Следственный комитет России взял на контроль расследование пожара в Хасавюрте. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия в гостинице. В настоящее время эксперты устанавливают причину и очаг возгорания. Напомню, пожар произошел накануне в 4 часа утра, в результате чего 2 человека погибли и 6 госпитализированы. 2 пострадавших с тяжелыми ожогами санавиация республики эвакуировала вертолетом в Махачкалу в ожоговый центр республиканской клинической больницы.